Он как много концертов, поэтому я сходил. Друзья, вот и... Ну, короче, это дело. Там была уже вторая ночь. Я не знаю, что нас будет ждать во второй ночи, но будет активный макбас. Друзья, вот я не знаю, вот, что будет сейчас ждать. И какие сложности, но не... Ну, друзья, вот сейчас в начале ночи сразу врубаю камеру макбаса и шахту. Вентиляционный вент. Ну, короче, сейчас игра загрузится. Почему так долго загружается? Ладно, я понял. Ну, что делать? Чем я поправил руки, чем 16? Это для того, чтобы... Hey there! So, I heard you come back for another night. That's great. А вы заметили, что планшет пролезает через телефон, можете это раскрыть через пульт-кабель? Да реально, я ошибаюсь. Да реально, через телефон планшет. Планшет пролезает через телефон. Видите, это реально, я ошибаюсь. Почти задевает планшет телефон. Ну ладно. Ну что делает? So if you don't keep an eye on him, he'll apparently come rushing toward your right door. So it's just best to check on him. If you see that he's left his cove, close the door as quick as you can. But besides that, it's just the same as usual. Close the doors if someone's there. Check out MassPass every once in a while, and seal the vents. And remember to not run out of power. Should be getting the hang of this by now. Я уже все понял, что он не сказал, поэтому сейчас мы начнем. Ну, сейчас мы потом это начнем. Чем шагов? И еще. Да, друзья, вот в начале, перед началом нужно ждать, пока музыка играет. Латоники не будут двигаться. Далее реагируют всегда на шаги. Вот так вот. Вообще-то, друзья, я забыл самое святое, что у вас там, ну, тут будет есть. Да, нос. Да, вообще-то я могу дать. Во, вы слышите, я думаю, когда начинает. Что аниматоры не расслезать, не может означать на это музыка. Поэтому же мы это просто ждем. Вы видите, куда есть нет? Если вы закроете дверь, то вы не сможете, ну это не пропадает. Это естественно, что дверь закрыта, если не может через нее пройти. Короче. Это просто такой физики, прям идет подхода до такой физики, ну, сюда, на дело. Нет, ну, главное, что здесь уже 2 АМ. Знаешь, что мне еще в этой игре может тебя напрягать? Это энергия. Этот пуля называется быстрее, чем твой телефон. Ну все. Ну так вот. Успел, друзья. Просто единственное, что вот это. О, наконец-то просто. Макбас я имею в виду. Вот это уже. Вот он. Эй! Вообще-то он все еще в постели в данный момент. Главное, чтобы он бежал в данный момент, иначе автоматически. Я страшно открываю дверь. Я не скру. Я реально думаю. Не скру. Вот реально вот. Мне просто, друзья, нравятся звуки макбаса в дверь. Реально вот. Просто вот. Thank you.
Пожалуйста, вы обратите внимание на часы и на время его. Что означает? Сейчас уже 35%, друзья, вот я... Друзья, у меня просто такое огромное ощущение, что Макбас пишет просто идеально. Смотрите на какой процент, который сейчас уже означает, что скоро либо это закончится заряд, и я... Зачем, друзья, нам, эти вот тупые аккумуляторы? Они так просто начинают своей скоростью света. Я не знаю, просто что такое аккумулятор, мне может... Аккумулятор может быть в старом планшете. В старом ноутбуке, если что, у меня нет такой. Он работает мне сейчас, ему на 5 минут раньше. По-моему, по крайней заряд. Как эти утащики? Я слушаю, Я просто не жду мозг. Если вы будете бегать, вы обязательно ее забираете. Я просто такой лайфхак для вас, чтобы, короче, Макбас играл, а у вас куча энергии. И он пропускает эту идею, что умывая, ну, конечно же, графика, сложность. Ты просто бьешь боком и все. За ночь. Смотрите, уже на 5 АМ. Страшно так жить. Я не знаю, я бы просто уничтожил. Я бы уничтожил бы не смогу сказать, потому что... Вот вы смотрите, они желают меня убить. Я только уничтожил. Смотри, что я был бабал в суду. Ну, хотя бы жив остался. Главное... Я реально уничтожу немножко иногда видеть. Друзья, мне такое облегчение. Ладно, друзья, вот. Давайте заполним запись. Да, все-таки F2. Так. Да. F2 еще по новой. Нет, F2 между. Ладно, и запуск игры точно не помешает. А ну, давайте почаяться, если вам понравилось данное видео, подпишите в лайк и дизлайком. Далее подпишитесь на канал, нажав на эту красную кнопку подписаться. И включите уведомления, чтобы не пропустить новые видео по этой игре. Все, всем удачи, всем пока-пока, до новых встреч в следующем видео. Ну, пока.